Всем привет, с вами Данте, и сегодня мы с вами продолжаем играть в Майнкрафт. На сборке Стоунблок. Вот. Что изменилось за все это время? Изменилось то, что я прокопался доверху, там оказалась лава. По мини-карте вы это видите. Заманался от лавы избавляться. Появилось огромное количество камня. Потом спасибо друганам, что заходили, мне помогли. И, короче, вот такие вот солярки у меня есть. Я поначалу подумал, то, что они... Может быть, они читанули их. Но... По рецепту, в принципе, такого уровня возможно их скрафтить, так что все нормально. Ну, по крайней мере, я так думаю. Там фиг его знает. Также за кадром я построил отдельно такую плантацию, где у меня растут деревья. Блин, сейчас меня будет глючить на левые звуки, потому что у меня сейчас запекается пицца. Да. Я себе решил немного настроение поднять, пиццу приготовить. Так, и мне говорили в комментариях, то, что типа это... С шрифтом это все ломается гораздо быстрее, но... По-моему, нет этого мода, который как раз это делает. Так что... С контролом тоже, так что вот. Вот даже, по-моему, покажу. Где он? Gameplay, Inventory, Creative, Multiplayer, ту-ту-ту-ту-ту. Я помню примерно название этого мода. Так. Но тут-то. Хоть убей. Такого вот мода не имеется. Иначе это было бы слишком изи. Ну, вроде не имеется. Нет, смотрите-ка. Ну-ка. Так. Есть этот мод, только он... Не на Shift, как сказано, а на другую кнопку. Так что... Извинтеляюсь. Неправ был, да. Но я, как всегда, хотел выглядеть таким умным и гениальным. На самом деле, как всегда, вырусил. Новый год, кстати, встретил неплохо. До сих пор не помню, что происходило. Самый кайфный из кайфных Новых годов у меня. Блин, не напомнили бы мне про этот мод, и я
про него бы вспоминать бы не стал бы. What the fuck? Ну ладно. Чё хочу сказать? Чё хочу сказать по поводу Нового года? То, что наелся, напился всякой вкуснятины и пакости. Всего, короче. Довольный, сытый. Только вот сейчас пицца готовится еще. Ладно, не хотел рассказывать, но не помню, рассказывал, не рассказывал эту историю, по-моему, рассказывал, но... У меня в детстве все время происходил какой-то трындец. Ну, это, сейчас будет связано с тем, что кого мы на самом деле больше боимся, чем это... Точнее, от кого пиздюлей мы больше боимся, да? Мы звездюлей больше боимся от родителей. Особенно, когда такие еще несознательного возраста, да? Ну и в общем, боимся звездюлей до родаков за то, что что-то нахимичим, да? Ну и в общем, ясен пень, это не исключение, потому что я-то по умолчанию любил что-то натворить, потом такой, а чуть не, это не я был. И не говорите, что у вас не было такого, потому что, ну, по-любому было. Ну и вот. Вот. Помню, бесились, короче, я и мой одноклассник в школе, да, ну и друг друга вот любили в туалет закинуть, блин, это дверь подержать, блин, и открывали мы ее с ноги, потому что, ну, больше никак не откроешь. Да и то не факт. Ну и в общем, история в том, что он меня закинул, я-то открыл на изичах, я его закинул, решил в щель посмотреть, дебил. А дверь-то не полная, ладно, была бы деревянная, еще какая-нибудь. Она деревянная, обшитая железом. Просто такой, смотри, снаем, такой, на, у меня потиражит, хрена, вообще, шматок висит, такой, вообще, шматок, блин. Ё-моё. Я ему морду бить, он мне говорит, типа, побежали в медпункт, у тебя полка хлебальника нет. Я такой, сначала ему в таблет зарядил, потом такой, ну и кровище хлещет, такая, такой, бля, мне мама звездюлей даст, типа того, бля. Ну чё, как я уже сказал, мы боимся больше родаков, чем кого-либо еще. Ну и чё? Матери-то рассказали, то что чуть ли меня не того, не этого. Ну я такой, хожу спокойно. Так, покажите, чё у меня там. Ну мне показали, я такой, блин, ну и сказал как раз... Коронную фразу, типа, блин, меня мамка убьёт. Сидят, думают, то ли ржать, то ли плакать, потому что дебил. Не за дырку в башке переживает.
А то, что мамка прибьет. Ну, что могу сказать? Мелкие дураки, блин. Боимся не того, что надо бояться. Вот. Боимся то, что нам пиздюлей дадут за то, что за что-то, да? Ну хотя в некоторый момент лучше пиздюльну получить, чем такой суровый опыт. Потому что лучше звездюльну получить за то, что ты домашку не сделал, чем ходить с дырявой башкой. Весело, блин. Ну, чё, дураки, блин, были. Да и сейчас умнее, по-моему, не стали. Вот. Да и то, почему в основном родаков мы боимся? По той причине, то, что это... С раннего детства, если чуть что, ну, пиздюлина, да? Пиздюлина. Хотя, честно говоря, воспитанные на пиздюлях, по-моему, лучше понимают все происходящее, чем те, кто был воспитан на пряниках. Потому что, ну, когда ты воспитываешься на пряниках, ну, блин, это... Ну, такое, как по мне. Потому что потом, когда ты начинаешь уже получать за дело, да? Ты не понимаешь, почему раньше ты за это пряник получал, а сейчас ты за это звездюльно получаешь. Ты начинаешь обижаться, злиться, хотя, по сути, не за что обижаться и не на что злиться. Потому что, по сути, это... За что ты когда-то не получил, да? А тогда ты должен был получить, что, блин, получить драгоценный опыт. Не то, что потому, что вот ты заслужил, да? Потому что, блин, когда парочку раз пиздюлей получишь, в следующий раз такой подумаешь, а стоит мне это делать, а? Конечно, с одной стороны, да, как бы воспитанный на пиздюлине ошибается меньше, но если только на пиздюлях воспитываться, ну... Хрен знает, что потом вырастет. Либо какой-нибудь обиженный говнюк, либо какой-нибудь очень, скажем, ну не строгий, скажем так, а... Давайте назовем это консервативный. Человек, который, блин, это... Привык, чтобы вот так... И оно и будет так у него. Хотя устрои могут раз 50 поменяться. Ну, устрои. Устои могут поменяться раз 50. То, что ничего сейчас не стоит на месте. И от фиг узнает, как в итоге получится. И неизвестно. Лучше как в Короле Шуте про... То, что меня дедушка любил, но он же тебя бил. Так за дело бил.
Как хотелось баловаться мне, тут не грех и врезать палкой по спине. Вот тут подумаешь, то что, ну вроде бы незамысловатое, да, но, блин, подумаешь еще, то что, а стоит или не стоит. Потому что лучше от родственника получить пиздюлину, от родителей, там, от отца, от матери, от деда, от бабки, чем, блин, потом тот же пиздюль получать от какого-нибудь левого человека, который ни к тебе, ни к твоей семье отношений не имеет, но за то, что ты вот сделал то, за что тебя не наказывали никогда. Потому что, ну, типа, ну ладно, ребенок, да? Называется, вот, не получал, не получал, потом получил. И такой, а за что такие, блин? Еще, кстати, мне нравится, в последнее время начали появляться, ну, такие особи. Одноклеточные. Почему одноклеточные, я сейчас расскажу. Как я уже рассказывал, выращенные на пиздюлях, они приключений на задницу не ищут. А выращенные на конфетах и пряниках, они все время будут искать, где пиздюльно получить. Ну, в общем, смысл в том, что это... помню, блин, пока учился, ё-моё, такие первоклассники были. Они старшеклассников ни хрена не боялись. Чуть ли не с ногами на них лезли такие. Зато мне больше понравилось, когда эти же старшеклассники им же давали таких пиздюлей знатных, что, блин, это... Просто забыть об этом невозможно. Ну и, в общем... Сейчас о том, как это... Ну, доебался я, помню, что за младшеклассник за меня, блин. Ну, что, среди их его круга развития, типа, блин, до старшеклассника доебаться пиздюлей не получить, это вообще такое сверх-сверх. Ну и в общем, получил, значит, пиздюлин от меня такую знатную, блин, фингалы под левым и правым глазом. На следующий день прибегает его мать в школу такая, говорит, типа, блин, вы чё творите, блядь, мухащи, типа, блин, это, одубели, чё о школе творится, чё за беспредел, ну и в общем... Естественно, что отвечает. А кто ему в табло заехал? Говорит, да вот, старшеклассник, вот так, вот этот вот. И. Ну и я вхожу такой. Что-то меня директриса вызывала, что-то ком делать. Ну это, говорит, о, пришел, ну и меня отправляет, говорит, давай, делай. Ну это что? Говорит, так вот этот старшеклассник. Такая. На меня поворачивает, говорит, Алексей, вы за что мальчику, ну типа, этому мальчику по роже заехали? Я говорю, а чтоб меня не выпендривался нифига, а то, блин, типа это... Привыкли то, что безнаказанные бегают, блин. Как быдло. Быдло орут, блин, кричат. А старшеклассника вообще не уважают, ничего вообще. Говорит, а по-другому нельзя было? А я говорю, а как по-другому? Таких не достучишься, то, что, блин, это плохо. Потому что, блин, это в детстве звездюлей не давали. И они не понимают то, что лучше не надо. Ну его мать такая, ну и директриса, ну что, мне очень понравилось, говорит. Типа, блин.
То, что... Ну и чё, вот конфликт исчерпан. Мать такая, ивошня, типа, чего? Говорит, а то. И на меня показывает. Вот этот вот товарищ, он... Если человек не заслужил, он хрен кому это, заедет. А если заслужил, ну, тут уж надо пинать на себя. Чё-то, ну ты... Ну и ушли. Потом это... Ну... А, все знают, где у меня мать работает. Ну и, в общем, это... К матери приходит там что-то. Бу-бу-бу-бу. Мать мне звонит, говорит... Че это? Говорит, ну чё, чё? Докапался, ну я ему в это... Насадил. Ну и эта мать, короче, такая... Приходит, говорит... Ну, побежала мать этого... Того, кого-то зарядил. Ну и, в общем, там... Бе-бе-бе-бе. Ну, это, короче, ни с чем уж, блин. Так что вот. Как я сказал, выращенные на пиздюлях, они все понимают гораздо лучше, чем выращенные на... Это... На пирогах да пряниках. Вот. Ну и то надо баланс такой удерживать, а то либо вырастет злой, либо вырастет чересчур тряпкой. Вот. Как так?